Всем привет! Нет, я правша. Нет, тренировка самое то. Так, у Кристины с Артемом, да, у них нормально. Так, да, хорошо. Так, Кристина в порядке. По поводу попасть на проект, не знаю, кастинг нужно пройти. Так, привет, привет. Всем привет, кто зашел. Вот такое настроение. Уже вторая тренировка в день у меня. Да, ребятки, всем привет, кто заходит.
Ну, в смысле, что значит пройти? Ну, на кастинг. Ну, для всех по-разному. Для кого-то сложно, для кого-то легко. Не знаю, мне было легко пройти. Потому что сам по себе активный человек, позитивный. Так, Женек Марков, привет. На тренировочке. Привет, привет, спасибо. Ну, каждый день так забираю телефоны. Это нормально. Нет, Адеев больше не троллит. У них договоренность. О, Алексей, привет. Тут как раз про тебя спрашивали. Ой, слушай, дружище, что делать на кастинге? Напиши, ну, не знаю, куда, на почту или куда там пишут. Напиши, тебе скажут, что нужно делать. Так, Алексей, Алексей, Алексей. Так. Сейчас мы вот так вот. Алёшка, я вот на тренировке. Алексей! Привет, привет, спортсмен. Привет, привет. Мы вот с бабушкой здесь лежим на кроватке. Привет, Альбин, еще раз. Привет. А я вот это, сейчас побоксировал, тренируюсь. Надо, надо. А вы что, не спите? Да, сейчас уже тоже будем ложиться. Вон. Кристина сейчас. Что, Кристина, тебе приходила уже? Кристина обсуждали сейчас. Говорили там, что сочувствую очень. И что она думает? Короче. Блин, все сложно у них. Понял, понял. Что уже, короче, это... Ты решил в прямой эфир зайти, да, немножко перед сном? Скажи, отвлечься. Ну, да. А что ты пригоняешь в зал? Да не, мы уже спать сейчас ложимся. Сейчас у нас урок немецкого, и все. Давай, я знаю... Илюх, пойду, короче... Не хочу, чтобы моя девочка на твое натренированное тело смотрела. Давай. Давай, пока. Лондон, алло, Адеев, отстань от Кристины, блин, отстаньте. Алексей, как вы всегда прекрасны. Хорошо. Согласен, Леха всегда прекрасен. В спортивном теле. Всем привет, привет. Так. Так, ребят, ладно, что я прямо сильно-сильно отвлекаюсь на прямой эфир. Рад был всех видеть. Давайте. Всем пока. Всех целую, обнимаю.